вице-президент подчеркнул, как важно гарантировать, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие и чтобы Северная Корея пошла на поддающуюся проверке денуклеаризацию. Оба приветствовали предстоящий в июле визит президента в Великобританию и договорились работать дальше над ответом геополитическим вызовам, сказано в документе. Иран и шестерка международных посредников – Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия – в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБО, США и Евросоюза. Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся исправить. Продлив режим снятия санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним,